Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Дом кошмаров. Уже шестая глава по счету идет игровая, и седьмая, по-моему, чисто наша, потому что мы еще пролог проходили. В этой части мы наконец-таки нашли остатки отряда спецназовцев, который потерял одного солдата. И вместе с ними сейчас будем пытаться выбраться из этого клоповника. Так, ну что? Кто-то мне попадался такой, на манекена похожий. Испугал меня до усрачки. Так, темно. Опять темно. Ну да ладно. Я вот тоже не понимаю. Херовый кар какой-то. Разваливается весь. Так, ну и что мне это дало, что я сюда забрался? Так. Да ничего, собственно. Сюда можно было и не лазить. Так, здесь у них, похоже, какой-то ангар, в котором они хранят боксы свои. Нет, это Альма шепчет. Или как ее тут зовут? Так, тут у нас очередной прищемленный засранец. И... Loading bay gate now opening. Please stand clear. Ну ладно. Будем считать это хорошим знаком. Так, тут пикап. Прям как у меня в прологе был, на котором я влупился в дерево. Что дальше? Так, это у нас натуральное черное мясо. Огромный комплекс. Так, я не пойму, зачем мне эти сигнальные шашки, если у меня есть фонарик. И кругом не так уж и темно. Так, тут, видимо, кто-то кого-то сбил. Да, у братюни проблемы с прикусом. Так... Это кривой позвоночник. Видимо, нам туда в коридор надо идти. Ну давайте возьмем. Блин, тут прям мясорубка, которая. Вот обязательно тебе под автобус надо было закатиться. Под грузовик, вернее, какой автобус. Так, темно, как у негра. Негры ночью копали уголь. Но когда много народу, мне не страшно. Так, подзарядим пока. Идем дальше. Туннель прям как в Half-Life. Во втором. По берегу на багги путешествуешь, натыкаешься на такой же зазомбяченный наглухо. Так, там страшные звуки впереди. Ну, в принципе, они, конечно, не страшные, но учитывая, что тут ничего хорошего ждать не может, они страшные. Сука. Я тоже, братюнь. Так, идут. Давайте-ка вы стреляйте. У меня патроны в дефиците. Вот так. Так, что дальше? Мы, видимо, куда-то пришли. Или нам еще дальше-то? Опять эти быстрые.
Он что, умолял о пощаде, что ли? Так, ну ладно. Возможно, нам сюда. Или вот сюда скорее. У тебя в багажнике патронов нет? Нет. Ну ладно, переживем. Так, подзарядим и заходим. Почему вы мне не дадите дробовик? Я всю игру уже хожу, у меня ни разу дробовика в руках не было. Дробовик бы тут не помешал. Так, что нам вниз? Сюда. Сейчас наверняка он оттуда полез. Не могут такие вот большие вентиляционные отверстия просто так тут быть. Я кругом чую западло малейшее. Ну. Угу. Заберись. Как я туда заберусь? Я что-то тарзан. А, вот сюда? Сюда-то можно. Только осторожно. Недавно второй эпизод Half-Life перепроходил. Там Кар примерно так же действовал. Ой. Что ж я трачу дефицитные патроны-то? Так, надеюсь, доберемся без происшествий. Братюни, вы там как? Братюни? Бля, это мои братюни, что ли, тут лежат? Какого хера? Блядь, не может быть. Извините, ой, тупик. Я надеюсь, это галлюцинация. На самом деле они все живы. Ты посмотри, а. Фарш. Одни скелеты остались. Так, это опять тупик, что ли? Обалдеть. Я опять один. Но, скорее всего, они живы. Не могли они так тупо помереть. Я бы хоть крики услышал с такого расстояния. Или нет. Ух ты. Ага, ты здесь. Почему-то я не сомневался. Я уже привык к ней. Не так сильно ее боюсь, честно говоря. А, вот в чем дело. Фу, ребят, я так за вас волновался. Вы не поверите, вы мне как родные уже стали. Все-таки живые люди. А раньше ты так не мог? Я тут чуть с ума не сошел. Ну ладно, хоть с юмором подошли к вопросу. Кого вы шарашите? Откуда вы лезете, я не пойму. Эй! Надо уходить. Судя по всему, их тут полным-полно. Давай-давай-давай, двигайся, пацан. Давай, пойдем.
Не томи. Так. И здесь вы тоже. Ой, что ж ты так прям рвешь меня? Давай, давай, скорее. Хорошо. Да блин, так долго, похоже, воевать можно. Надо бежать отсюда. Давай, давай, бежим. Ну вы идете, там нет ребят. Все, слава богу, все живы. Так, поспокойнее стало. И это хорошо. Как Стас Давыдов. И это хорошо. Так, что с тобой? Вы не хворайте, ребят. Вы должны меня увести отсюда. Давай, стреляй. Молодца. Так, мы разделяемся. Это плохо. Во всех фильмах, когда народ разделяется, он погибает поодиночке или парами. Так, вы двое тут думаете, пока как ворота открыть. А мы с одним отправляемся в комнату охраны, судя по надписи. С одним из пареньков. Ты как это сделал? Я не понял. Давай, пойдем. Yeah, let's all split up. You guys look for the gate switch. This is fucking bullshit. Я тоже считаю, что это плохая идея была, братюнь. Так. Loading bay gate now opening. Please stand clear. Hey, thanks, nice lady. Ну, ладно. Будем надеяться, они все еще там. Я думаю, обступил правильно. Видимо, нет. Are open now. I can see what you really are. I'm going to send you back to hell where you belong.
you son of a bitch. Help! Oh, shit! Shoot! Now! Короче, надо было сразу меня слушать. Уроды. Заставили меня загрузить игру. Так, ну ладно, идем дальше. Прям как в сказке про... или в песне про 10 негритят. Или сколько там негритят было. Я опять не помню. Так, все, нет. Нравится вам? Взвод не заметил потери бойца. Ты посмотри, какой крепкий, а? Так, ну что? Все, нет. Кого вы там увидели? Ну убить уже его. Ну вообще. Так, ну что, кто там у нас? Дверь будет простреливать. Или нам таки не сюда? Но больше я не вижу путей. Может, я что-то пропустил? Мы просто зачищали. Ну ладно. Давайте, что ли, откройте дверь. А, теперь дверь открылась. Так, ну и что? Эпизоды, конечно, с этими солдатами не такие страшные, но тоже крутые. Как приятно после... Тебя же сейчас утащат. Вот по-любому. Ну я же говорил. Я же говорил, что утащит. Неспроста там такая щель. Так. Блин, да хорош. Хорошо. Так, нас осталось двое. Я чувствую, ты тоже недолго задержишься на этом свете. Да как скажешь, да. Вы же у нас прям образец благоразумия. Кто разделится?
то друг в друга стрелять начнут. Так, у меня 6 патронов. Это печально. А, вертолетная площадка. Меня не подводят мои глаза. Вот живучая. Ну что, неужели мы выберемся отсюда? Я уже прям не верю. Просто не верю в это. Какого хера, меня еще и прибило, что ли? Ну да, хорошая концовка. Ну ладно, давайте по новости. По-быстрому пройдем. Я знал, что так просто нас отсюда никто не отпустит, но все же верил в лучшее. Как видимо, зря. Давай убей его. Наконец. Патрончиков нет ни у кого. Вот, отлично. Так, ну что, давай сохранимся, чтобы больше такого не произошло. Степь, бесконечная степь. Давай, 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 давай. Братюня нашему хана, по-моему. Да. Не, ну согласитесь, это очень зрелищно для мода. Не то, что для моды, для любой игры. Все очень круто продумано, поставлено круто. Блин, я влюблен. Охренеть. Так, ну ладно. Завершаем очередную главу. Это было хорошо. Будем надеяться, это будет еще лучше в будущем. Но я думаю, осталось до конца совсем немного. Увидимся в следующей части. Всего хорошего. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Пока.